Окей. Итак, сегодня разберемся, как мы можем, собственно, построить такую небольшую бизнес-империю онлайн, которая может приносить нам наш план. План минимальный – это $100 в день. Почему я ставлю план $100 в день? Причем в пассивном доходе, в варианте пассивного дохода. Это именно потому, что на эти деньги, в принципе, можно уже в таких странах, как... скажем так, далекое зарубежье, прожить нормально один день, если заранее все планировать и так далее. То есть, грубо говоря, можете путешествовать, заниматься любимыми делами, и пассивный доход будет вам капать. Теперь, что для этого нужно? Значит, традиционная схема, с которой все как бы начинают, пытаются найти варианты, как можно заработать онлайн, натыкаются на огромное количество всякой информации, и, естественно, эта информация людей загоняет в глухой угол, потому что сложно найти метод, который был бы небольшим, не громоздким, достаточно понятным и не требовал бы большого числа количества времени, денег, инвестиций для того, чтобы это все дело развивать. Поэтому мы будем двигаться вот по направлению, как бы я это делал, с учетом моего трехлетнего опыта, огромного количества, ну, десятков тысяч долларов, вложенное в образование в этой области и так далее и тому подобное. То есть я расскажу, как бы я это делал с точки зрения моего опыта сейчас, окей? И первое, что нам понадобится в любом случае, есть такое выражение money is in the list, то есть деньги находятся в листе подписчиков, соответственно. Соответственно, нам нужно будет как минимум иметь автоответчик, то есть куда бы собирался вот этот вот наш лист подписчиков. И также нам нужно будет строить различные туннели продаж, в которые мы будем включать наши программы, которые позволят нам получать создавать множественные источники пассивного дохода онлайн. В традиционном варианте, ну скажем, как это делают многие люди, есть специальные программы для этого. Автоответчики, это могут быть Aweber, это может быть GetResponse, это могут быть другие автоответчики, но вот Aweber и GetResponse это, пожалуй, самые такие вот известные среди них, да. По поводу туннелей продаж, в основном Golden Standard, то, что называется золотым стандартом, используется программа, которая называется ClickFunnels. Но проблема с ClickFunnels в том, что он дорогой. То есть ClickFunnels стоит $97 в месяц. Там есть большие ограничения по количеству туннелей, которые вы можете создать, по количеству страниц, которые вы можете создать. И рано или поздно на ClickFunnels приходится переходить на план, который стоит уже $300 в месяц, что для русского человека неподъемная задача, да, на начальном этапе. Поэтому есть альтернативный вариант. Вот эта платформа, о которой мы сегодня поговорим. Платформа называется Builderall. И она включает в себя уже и автоответчик, причем хороший, и программу для построения туннелей продаж, и очень-очень-очень многое. Вот сегодня у нас будет такой небольшой вводный урок. Причем, что хорошо с Builderall, что сам Builderall, сама платформа обладает хорошей системой аффилиатным движком. То есть, как бы вы, когда показываете, как работает Builderall, рассказываете людям, как им пользоваться и так далее, вы привлекаете как бы своих рефералов, и рефералы платят Builderall, а Builderall, соответственно, делится с вами. И вот это уже очень интересно. То есть Builderall внутри выглядит как бы вот таким вот образом. Здесь есть огромное количество всяких возможностей. Ну вот первый раз, если вы как бы заходите, то у вас будет такое... такая вот панель базовая, которая выглядит вот таким образом. Давайте ее почитаем. Ну, это моя панель в данном случае. Вот что мы видим здесь сейчас. Итак, вы видите, что у меня есть 9 email листов, я так понимаю, да? Или 9 веб-сайтов, 18 email листов, да, разных на разную тематику. У меня в этих листах находится 2778 подписчиков и 17 лидов, которые, ну, это люди, которые зашли по моей реферальной ссылке, собственно, сюда, в эту программу, в этот Builderall, да. Также у них есть такая вот тема, как Builderall Business, и если я посмотрю Builderall Business свой, ну, это пока у меня не основная платформа, потому что я все-таки использую ClickFunnels, у меня уже есть для этого возможности. Но Builderall я сейчас тоже буду активно использовать, опять же, по той причине, что русскоязычная аудитория может заплатить $50 в месяц и получить все, и туннели продаж, и, собственно,
автоответчик хороший, и здесь графический дизайн можно строить, здесь сайты можно строить, блоги можно строить, вебинары делать, то есть здесь membership сайты можно делать, тут огромное количество возможностей. То есть, грубо говоря, это тот движок, который нужен всем начинающим онлайн-маркетерам. И мы, имея возможность, собственно, использовать этот двигатель для своих нужд, да, также рассказывая об этом на YouTube, на Facebook и так далее, вы сможете зарабатывать и очень хорошие деньги. Теперь я покажу вам, у них есть такая штука, называется калькулятор. Калькулятор, собственно, earnings калькулятор, да, сколько вы можете денег заработать. Вот он здесь находится. И давайте посмотрим. Ну, в году, я так, насколько помню, 52 недели, да, то есть если вы даже сможете одного человека в неделю привлечь в эту систему, и он сможет, например, how many will work as an affiliate, допустим, 10 человек, то есть это 52 человека в год, да, соответственно, 10 человек из них, если станут аффилиатом, аффилиатами хотя бы двое, how many sales, и сделают хотя бы по 2 продажи, то вот ваш доход уже, который вы сможете получать. Теперь обратите внимание на эти цифры. Всего немедленно, immediate, вы получите $2465 сразу же. Но вы также будете получать, вот при таком количестве людей, которые используют Builderall по вашей ссылке, которые зарегистрировались, вы уже будете получать $1000 в месяц в пассивном доходе пожизненно, пока они работают внутри этой системы. Окей? То есть это настолько элементарно делается, если вы знаете как, да, я покажу, расскажу, но смысл в этом, что... Мы не будем как бы использовать сейчас какие-то дорогостоящие сложные программы, которые надо покупать, платить там тысячи долларов, чтобы потом их рекламировать и так далее. Самое главное, что нужно, чему мы должны научиться на первом этапе, чему вы должны научиться на первом этапе, это рекламировать то, что нужно людям каждый день. Рекламировать то, что нужно любому человеку, который занимается онлайн-маркетингом или хочет научиться зарабатывать деньги онлайн. И эти все люди, им всем нужен что? Автоответчик, им нужна система для построения туннелей продаж, им нужны блоги, да, и так далее. И вот все вот эти моменты, они все находятся в билдероле. И билдерол берет за это ашрап там $49 в месяц всего. Теперь давайте я покажу пример. Это будет небольшое видео, я хочу, не хочу его делать на полтора часа, это стартовое видео, да, обучение, это не обучение, даже это знакомство с Builderall. Но что, допустим, можно делать в этой программе, что я делаю? Во-первых, у меня есть, когда вы здесь регистрируетесь, у них есть готовые системы, у них это называется Money Making Funnels, которые вы там просто регистрируете домен, и, собственно, вот, вот эти все страницы. Вот это ваши готовые туннели, которые вы уже можете рекламировать. То есть, грубо говоря, если я хочу прорекламировать саму систему Builderall, вот что я делаю. Смотрите, я просто копирую вот эту ссылку. Вот она у меня скопированная. И дальше, если я, грубо говоря, кому-то эту ссылку отправляю, то есть показываю эту ссылку, человек заходит вот на этот сайт. Ну, смотрите, это Гена Бабок Клаб, зарегистрированный мой домен, и здесь будет крутиться соответственно информация. Get to know the online business that gave me the lifestyle and financial. Такое впечатление, что у нас на баллоне снимали. Которая профессионально показывает, рассказывает, и здесь через какое-то количество минут выпадает такая кнопочка, попробуйте нас бесплатно там и так далее, 7 дней и так далее. То есть это готовые туннели продаж, которые позволяют вам рекламировать вот эту вот всю систему, причем смотрите, их здесь очень много. Да, то есть как бы это готовые системы продаж. Мы с вами также будем делать, естественно, свои сайты, которые мы будем рекламировать потом, ну, наши внутренние программы. Делается это, вот, например, покажу на примере My Sites. У меня уже готовые варианты. Вот это, например, мои сайты. Они здесь, что еще мне нравится в этой системе, я каждый раз, когда захожу, каждый раз вижу что-то новое. То есть сайты, этот сайт постоянно дорабатывается, обновляется, и сама платформа очень активно развивается. То есть она как конкурент именно ClickFunnels идет. И они очень много времени и денег вкладывают в развитие этой платформы, что для нас, в общем-то, хорошо, окей, то есть вот потом мы будем изучать с вами, как это все делать, но смысл в том, что у меня сразу же получаются вот такого рода готовые туннели продаж. То есть вот это вот сделано на базе Builderall, вот такая форма захвата там и так далее. Это первое. Второе, давайте я вам покажу, как работает, собственно, автоответчик.
Автоответчик здесь у нас называется он Mailing Boss. По нему я буду записывать для вас отдельный видеоролик, но пока что просто хочу показать. Вот он называется Mailing Boss Autoresponder. То есть то, что нам нужно. Туннели продаж, да, маркетинговый движок и автоответчик. Вот это мой, грубо говоря, автоответчик, который у меня в BuilderAll. Я нажимаю Access Mailing Boss Autoresponder и сейчас покажу, как это все выглядит внутри. Вот все мои листы, например. Их у меня уже много. И каждый лист посвящен какой-то конкретной теме, да, в которую я рекламирую. Okay? То есть, например, если я хочу этим людям что-то прорекламировать, то отправить письмо, то я просто захожу в свои компании, вот, нажимаю «Отправить обычное письмо». Я, соответственно, Create New создаю это письмо. Да, например, хотите need great marketing platform. Хотите получить хорошую маркетинговую платформу? Я выбираю лист, который я хочу отправить. Здесь у меня там около 3000 человек в этом листе. Нажимаю Save and Next. Ну и, например, пишу здесь. Check this out, то есть проверьте. I love this software. То есть мне нравится этот софт. Нажимаю Save Next. И вот, собственно, моя вот эта тема, куда я могу уже здесь вставлять все вот эти вот свои ссылочки. Видите, Promo Leveraged Affiliate. То есть я, грубо говоря, беру эту информацию вот здесь, в моих сайтах BuilderAll Business. Здесь есть у меня earnings, money making funnels, ну вот money making funnels вот эти вот, и я, соответственно, там могу выбрать любой туннель продаж, который мне нравится. То есть сейчас это пойдет на вот этот сайт, да, который мы рекламируем вот здесь, вот это вот. То есть я, например, могу сделать вот так, просто скопировать вот это дело. Нажать, соответственно, вот сюда. Вот я вставил инновационная система, бла-бла-бла. Здесь я, соответственно, могу сделать вот так. То есть это на любом языке. Вы можете и по-русски, конечно же, это делать. Вот, я нажимаю Click to learn more. Бах, жмем сюда. Дальше жмем сюда. Окей. И сейчас это уже готовый email, который я могу отправлять. Причем здесь есть такая интересная штука, что я могу также увидеть отдачу, кто кликал этот, кто нажимал на эту ссылку. Видите? Actions when subscriber что-то делает с этой ссылкой. То есть, если кто-то нажмет, то я хочу отправить его. Вот у меня есть специальный лист кликерс. Те люди, которые прям любят кликать мои ссылки. С ними я потом буду работать более, скажем так, осторожно. То есть, предлагать им более серьезные вещи, уделять им больше внимания. Теперь я жму Save and Activate, и все. Оно там через полчаса пойдет уже в отправку, вот так как все вот эти вот мои письма. То есть, вот я показал вам, что мы будем использовать. Мы будем создавать туннели продаж вот такого рода, чтобы собирать наших подписчиков в вот этот вот Mailing Boss, в эти наши с вами листы. То есть, у нас есть куча листов, и мы по каждой теме, по каждой программе пассивного дохода, которую мы будем рекламировать, мы будем их собирать. То есть, в данном случае я вот рекламирую Click Agency, вот у меня здесь 1972 человека. Два отписалось, идет полная статистика по всем программам. Новая программа, соответственно, новый лист, да, и там, соответственно, новая серия писем. Намного больше всего здесь можно делать. Например, можно делать, я очень люблю использовать дизайн-систему. У них прекрасная система, где можно делать всякие картинки. Это как раз то, что понадобится для работы с Фейсбуком, со всеми какими-то делами. То есть, если я хочу сделать какую-то заставочку, я просто загружаю сюда какую-то вот свою видюшку, например. И это будет все уже очень хорошо и профессионально выглядеть. Например, делается раз, нажимаем Done, и вот ваша готовая картинка. То есть, если увидеть результат,
Это профессионально сделанный уже такой, в общем-то, дизайн. Причем его можно загружать, видите, в разных вариантах, стилях. Пожалуйста, постите это на свой Facebook аккаунт и так далее. То есть огромное количество возможностей. Пока что это просто вводная информация. Я просто хочу, чтобы мы понимали, что мы будем делать. Самое главное – это научиться продавать какой-либо маркетинговый движок до того, как вы начнете думать, как заработать деньги. Потому что именно это даст вам деньги. Когда вы продаете, рассказываете, просто рассказываете на своем YouTube-канале или на Facebook-группе, просто рассказываете, почему вам нравится использовать Builderall, например, как вы будете пользоваться, как вы создаете письма, как вы используете ту же графику, как вы делаете туннели продаж там, и так далее. А там это все написано, там есть видеоролики, как это делать. Вы просто их переделываете по-своему, выкладываете на свой канал или на свой Facebook. Люди смотрят, они регистрируются, вы в описании даете свою ссылку, регистрируются по вашей ссылке, и вы сразу же получаете с первой же оплаты вы получаете $50, и потом еще по $14 ежемесячно пожизненно с этого человека. То есть это та матрица, та база, с которой надо начать. Если вы не сможете научиться продавать то, что нужно людям каждый божий день в этом бизнесе, а это делать, собирать людей в автоответчик, это раз, и делать туннели продаж, делать сайты там и так далее. Все это есть на маркетинговом движке Builderall. Если вы не сможете научиться продавать Builderall, вы не заработаете денег онлайн, ну, в данном случае, потому что это самый простой метод. И еще раз повторяю, самое главное, что каждая минута, потраченная на рекламу вот этого маркетингового движка, работает на вас, потому что потом вы получаете помесячно пассивный доход по жизни, но с этого человека. Причем получается оно очень и очень неплохо. То есть, грубо говоря, вот у меня, видите, $62, я их уже могу снять, да, то есть я эту платформу не раскручивал, повторяю, потому что у меня ClickFunnels основной, но для русскоязычной аудитории я не вижу альтернативы Builderall, потому что ClickFunnels — это только ClickFunnels $100 в месяц, плюс надо еще заплатить за или GetResponse $20 в месяц, или Aweber $20, то есть это уже 120, и понимаете, и так далее, и тому подобное. И продать ClickFunnels тоже сложнее, потому что он дороже стоит в два раза, понимаете? Поэтому я бы начал вот с Builderall. Такой вводный небольшой урок, такое обозрение платформы Builderall. И что бы я делал, еще раз повторяю, если вы только начинаете свой путь, и вы хотите получить, создать вот этот вот пассивный доход в районе $100 в месяц, в день, да, вы можете начать именно с освоения платформы Builderall, рассказа о том, что такое Builderall, как им пользоваться, как вы используете его в своем бизнесе, и постепенно у вас появятся вот эти вот люди, которые будут, грубо говоря, этот Builderall. Давайте посмотрим. Мои лиды, например. Это когда я начинал записывать. Вот мои лиды, да, видите. Вот человек, который у вас находится на тесте, который вот только что зарегистрировался и тестирует как бы эту систему, он у вас здесь показан в тесте. Как только этот человек, грубо говоря, перейдет на платную форму, вы начнете уже получать с него свои барыши. Причем сразу вы получите $50. Они все, что зарабатывают, сразу отдают первый платеж. Чтобы вы как бы отбили свой месяц, да. У вас месяц $49 стоит. Это подписка такая. И потом по $14 в месяц с каждого человека. Причем, повторяю, этим людям Builderall нужен как воздух, потому что всем нужны автоответчики и всем нужно делать туннели продаж, чтобы рекламировать свои аффилиатные какие-то офферы, там, продукты или программы. Вот пока что я бы с этого начал.